сейчас у нас будет круговое движение. Значит, мы поворачиваем руль. Фестиваль детского творчества «Июнька» – это ежегодный праздник, который дарит массу положительных эмоций взрослым и маленьким гостям. В этом году фестиваль отметил 30-летие. Проведение мероприятия приурочено ко Дню защиты детей. Ребята под руководством музыкальных руководителей, хореографов и воспитателей готовятся к нему на протяжении всего учебного года, чтобы показать свой талант и порадовать зрителей. Темой фестиваля стала сказка Валентина Катаева «Цветик-семицветик». До начала спектакля на территории Дворца культуры малышей ждали интересные активности – мини-автодром, различные мастер-классы и игры. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на фестивале детского творчества «Июнька». С веселым настроением все гости прошли в зал, в котором началось представление. Главными действующими лицами спектакля были не только актеры, но и ребята из дошкольных отделений, которые подготовили танцевальные номера. Здравствуй, новый день хороший, на вчерашний не похожий. Ты пришел в дневной светом заметный. Ты родишься и не заходи, а мы там не заходи.
Каждый номер был неповторим. Видны отточенность движений, красота костюмов и сложность постановки. После выступлений звучали громкие аплодисменты. Маленькие артисты продемонстрировали свои таланты и не оставили никого равнодушным. Мы просмотрели, наверное, самый добрый, самый яркий спектакль по сказке Катаева «Цветик-семицветик». Попутешествовали по нашему прекрасному земному шару, погрузились в царство детства, доброты, любви, взаимопонимания, взаимовыручки.
Как всегда, дошкольники удивляют яркостью своих постановок, яркостью костюмов, эмоциями. Я просто в восторге и получила истинное наслаждение. Фестиваль сегодня отметил 30-летие. И подготовка к нему идет на протяжении всего года. Методический центр непосредственно организует эту работу и готовит все. Весь этот праздник. Вы видели, что перед самым праздником была выставка. Все вот эти творческие мастерские – это работа отдельных дошкольных отделений, отдельных школ. В зависимости от того, какое направление своей деятельности они выбирают. Вы видели здесь, и Гжель представила свою историю. Здесь представлены были новые технологии, потому что работают дошкольно-образовательные учреждения над созданием новой образовательной среды. Удельская гимназия является цифровой школой, и она второй год внедряет цифровое образование и в дошкольное отделение. Поэтому вот как раз-таки все те новинки, которые есть в дошкольных отделениях сегодня, они были представлены. Сценарий спектакля создается почти целый год творческой группой педагогов дошкольного образования. Сюжет, текст, костюмы, музыкальные выступления – все это требует огромного труда для того, чтобы праздник удался. Авторы сценария – Уськина Юлия, Федотова Ольга, Юркина Светлана и Сорокина Надежда. И Сорокина Надежда Александровна 30 лет является автором сценария «Июнь». Я думаю, что все получилось, потому что большая работа по комплектованию сюжета, по подготовке костюмов, потому что вы наверняка обратили внимание сегодня, какие были профессиональные достаточно костюмы. И это изюминка. У нас каждый год бывают на нашем празднике представители с области нашей, Орехово-Зуевский институт. И они отмечают, что такие праздники действительно их в Московской области нет. По словам Ирины Александровны, подготовка к следующему фестивалю уже началась. Однако тема пока остается в секрете. Известно одно – мероприятие будет таким же масштабным, ярким и креативным.